Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня буквально, да нет, не сегодня, на днях буквально, там, по-моему, пару дней назад написала одна из подписчиц в личку, спросила, задала такой вопрос. Кент, проект Маккент, как соскамился, платит, не платит? Я уже, честно говоря, даже не задавался таким вопросом. Лежат у меня эти монеты, там, напомню, кто не смотрел или кто забыл, покупал я монеты эти на 99 евро, там, по-моему, 5 апреля, ну, чуть больше месяца прошло. На данный момент прибыль составила практически 10 иксов, 976 евро. И я, ну, задался вопросом, раз уж спрашивает подписчица, надо отвечать, как выводят, не выводят они деньги. Я лично до этого не выводил, точнее, я выводил 11 числа 30 евро, вывел там на Pair, буквально там за 2 часа они вышли, ну, пришли точнее на Pair, но я выводил это то, что накапало какие-то реферальные мне здесь там несколько, ну, совсем чуть-чуть накапало, я не покупал на них никакие ни монеты специально, вывел их для того, чтобы эксперимент, ну, можно было наблюдать чистый, за сколько там, опять же напоминаю, цель данного эксперимента была, как можно вообще на таких монетах как Кент, получать именно зарплату с минимальными там вложениями. На данный момент получилось, что за там чуть больше месяца накапало 900, сейчас еще раз давай посмотрим, 976 евро, ну давай посчитаем, сколько это, 976 евро, я не знаю, какой сейчас там, под 80, наверное, евро курс. То есть 78 тысяч, это, ну, пусть будет, если 5 месяц и, получается, и 2 недели, полтора месяца. То есть за полтора месяца накапало вот 78 тысяч. В принципе, получается, ну, в принципе, как бы больше средней зарплаты можно было там, да, зарабатывать. И дальше я буду, конечно, продолжать этот эксперимент, но суть в чем, что сегодня будет видео. Во-первых, попробую я вывести, расскажу точнее, как выводить их здесь для тех, ну, особенно новичков. Сделаем мы такой эксперимент. Получится у нас вывести, соскамились они, не соскамились. Ну, я не знаю, у меня знакомые все выводят, все нормально. Там буквально несколько дней и монеты эти приходят. Я вывел их, когда? Сейчас давай посмотрим. Здесь так немного запутано все, куча всяких кнопок. Ну, смотрим, финансы, история. Вот вчера я буквально... Сейчас смотрим. Вчера вот я вывел вот эту сумму монет, ну, выставил на продажу. Здесь их нужно выставлять на продажу, эти монеты. Я часть в размере, получается, сейчас давай посчитаем, сколько это. Так, курс. Курс у нас... Сейчас смотрим. Тут, конечно, не так все просто, но мы сделаем это с тобой, дружище. Ты веришь в нас, как... Так, 23 тысячи на данный момент. Я заходил, по-моему, или 6 тысяч, или 12, я уже даже не помню. Так, 23 тысячи, 894 доллара. Умножаем на сколько? А, тоже это евро. 0,039. Ну вот получается по данному курсу это 931 доллар. Ну я хотел вывести именно примерно там 10 иксов, то есть прибыль. Ну пусть это будет около 1000 с чем-то там, да. Не помню как это там, 1,2 по-моему доллар к евро. Ну пусть 1000 с чем-то будет. Смотрим. Заказывал я 20-го, точнее поставил на продажу 20-го 16,59. Сегодня 21-е 17,54. Ну то есть сутки прошли. Я у знакомых спрашивал, они недавно совсем выводили, по-моему, 2 или там даже меньше дней ушло на продажу монет на их бирже. И на вывод занял там, по-моему, тоже около суток, что-то такое. В общем, ждем еще там, получается, только сутки прошли. И буду я дальше освещать этот эксперимент, как зашли они, не зашли деньги. Ну, я думаю, зайдут, ну, в любом случае, как бы, будет интересно посмотреть. И дальше я хочу что сделать? Дальше я оставил специально на балансе вот этих монет 0,06, ну, в размере 143 евро, ну, чуть больше. Ну, пусть примерно будет тоже 100 евро.
И опять посмотрим, за месяц у нас получится, за следующий месяц заработать на них, еще сделать 10 иксов. Так, чтобы, ну, эксперимент у нас какой? Заключается в том, чтобы вкладывать вот такие примерно проекты, которые там быстрорастущие, там разные. Сейчас очень много таких проектов, которые дают возможность, опять же, если успеем, если мы как бы вовремя зайдем, зарабатывать при минимальных вложениях хорошие деньги, тоже там среднюю зарплату. Посмотрим, получится у нас или нет. Я, конечно, жалею о том, что я хотел зайти, но не зашел. Мне советовали друзья, когда курс был 200 евро. Дружище, ты понимаешь, 200 евро, а сейчас 23 тысячи. То есть, ну, сделать сколько тут иксов, даже там сложно посчитать. Сколько там, 100 иксов можно было сделать практически, или сколько это уже? Сам посчитай, дружище, напиши там в комментариях, сколько это иксов, если бы я зашел при курсе 200, и сейчас 23 тысячи. В принципе, вложив даже 100 евро, можно было неплохо даже. Я даже не знаю, это сколько получилось. Ну, 100 евро при даже 100 иксах. В общем, друзья, напишите в комментариях, мне интересно вообще сколько, ну, как вы вообще относитесь к таким проектам. Потому что, смотри, дружище, такая маленькая инсайдерская информация, ну, мне все знают, что часто очень мне пишут админы разных проектов, которые, ну, только запускаются. На предстарте скидывая там рефералки свои там для того, чтобы, ну, пораньше зайти в этот проект. И я все стараюсь как бы поделиться со своими... ну, подписчиками. В первую очередь все выходит в телеграм-канале. Дружище, да, если ты еще не подписан на мой телеграм-канал, ссылка будет внизу. Здесь все, в самую первую очередь выходит здесь, потому что, естественно, тут проще запостить, чем снять видео. И не по всем проектам я снимаю видео, потому что, ну, не успеваю это все делать. Плюс здесь идет сейчас интересный эксперимент. Стартовал наш клуб такой приватный, где... зарабатываем всей командой. Здесь идут отчеты ежедневные, там буквально от каждого практически нашего члена нашей команды. Здесь все можно посмотреть, как люди зарабатывают, как растут. Тут лозунг нашей команды, что пора зарабатывать уже неприлично большие деньги. Ну, не за копейки работать, а именно всем хочется зарабатывать неприлично большие деньги. И люди делятся здесь со своими успехами. По проекту, которым, ну, на данный момент зарабатываем по форсажу, тоже покажу, в принципе, тоже за несколько дней. Вот они, результаты. Очень интересный проект. Очень интересную мы нашли эффективную стратегию. Одну из самых эффективных по данному проекту. И именно в этом чате, в нашем приватном, сейчас покажу. Здесь идет работа, люди зарабатывают, и есть у нас чат с обучением, есть для лидеров, есть для новичков. Здесь идет командная работа, и все зарабатывают уже тут неприлично большие деньги. Как мне понравилась эта фраза. Кто-то сказал, уже не помню. Надо срочно было премию выдать этому человеку. Ну, в любом случае, дружище, если не подписан на мой телеграм-канал, подписывайся, там все новости, все выходит очень быстро, и в первую очередь там. Естественно, подписывайся тоже на мой YouTube-канал, здесь тоже выходят, ну, ролики. Если хочешь первым получать информацию из первых рук, так сказать, о новых проектах, о новых возможностях и новых инструментах, подписывайся на мои каналы. Если понравилось видео, ставь лайк, пиши в комментариях. И до новых встреч, друзья!